Всем привет! Как вы думаете, правда ли, что гибискус или китайская роза – цветок смерти? Нет, неправда, не верьте. В некоторых странах приметы, связанные с гибискусом, наоборот, положительные. А с точки зрения медицины, китайская роза благоприятно влияет на здоровье человека. А вот опадение бутонов гибискуса говорит о том, что цветок принял на себя все беды, плохую энергетику и все нехорошее, и сглаз, и порчу. Таким образом, он защищает хозяев. А красные цветы помогают замкнутым людям наладить общение с людьми. Белые и желтые успокаивают вспыльчивых людей. Гибискус хорошо помогает на рабочем месте. Он способен впитывать в себя лень и неуверенность, наделяя всех окружающих энергией. Гибискус прекрасно оздоровляет воздух в помещении любого дома. Если вы любите цветы, то смело выращивайте этот цветок. Никого не слушайте. И не бойтесь, он не привлечет никакую смерть. А если вы еще не успели подписаться на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Терпения вам и везения! Пока-пока!